Ничего себе! Это я подсуетился. Эля, кидай дальше. Лучше пусть через него перелетает, чем в сетку. Что вы руки задерживаете, Илья? Рука свободно идет с ракеткой. Что ты ее тормозишь? Эля, ты не задерживай руку, а то мне неинтересно на вас смотреть. Что, у тебя бедра слишком узкие, да? Решила себе напихать побольше? Эля оценила. Эх, говорит, молодцы. Давай, давай, давай. Куда ты пошла? Хватит. Эля, боком становись. По-хорошему делай удар слева. Пусть мячи посильнее летят, Эль, это коротко слишком. Надо бэкхенд левой рукой делать. Ты пока им научишься, просто мячи соришь. Эль, давай не качаться, слышишь? Ты думаешь, что? Вот мама с папой посмотрят, что ты на тренировке делаешь. Я для чего это снимаю? Чтобы видели, работаешь ты или дурку валяешь. Давай левой рукой нормально играй. Делай первый удар. Нормально, хорошо. Давай следующий левой также. Не надо отсюда. Двумя, ну ладно. Ну а что, это интересно. Можно. Я запасы кончаются. Не все там сетки. Давай, давай, двумя можно. Ну сейчас запасы кончатся. Хорошо, давай, 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 левой, 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 подскочила. Получилось. Немножко получилось.